Здравствуйте, друзья! Хотел бы рассказать некоторые секреты охоты с манком на утку. Большинство у нас людей знают, что манком надо делать только кряк и осадку. Но существуют различные команды, определенные звуки, которые позволяют добиться прогнозируемой реакции утки. Ну, рассмотрим простую ситуацию. Утка у нас пролетает не выстрела, допустим, слева направо. Мы сидим в скрутке. Как нам ее привлечь к себе? Первый звук называется приветствие. И он дается, чтобы обратить внимание утки на чучела наши. После того, как мы дали такую команду, мы смотрим на реакцию утки. Что делает она? Если она продолжает лететь дальше, мы даем команду, которая называется умоляющее приветствие или умоляющий призыв. У нее больше акцент на первый слог. Он более выделенный, более длинный, на первый или первый и второй слог вместе. Дальше, если утка не отреагировала, мы даем звук или команду, которая называется возвращение. Еще более громкий, еще более агрессивный звук, как бы, скажем, последние надежды, звук последней надежды. Как только утка повернула к нам, мы переходим на более мягкие кормовые звуки, отдаем их не часто, просто чтобы показать, что у нас присада живая. Если утка пошла не прямо садиться к нам в чучела, а пошла на круги, чтобы осмотреться, мы даем коротенькую осадочку из трех звуков. Это очень эффективный звук именно для посадки. Ну, в общем-то, и все. Звуков существует на самом деле много, но для начинающих эти звуки лучший вариант, чтобы понимать, начать эту охоту. Есть много разных стилей приманивания, достаточно много звуков, которые можно сочетать между собой. Это делает охоту еще интереснее и еще добычливее. Но об этом расскажу, наверное, в следующем ролике. Все, всем хорошего, всего, друзья.